Встаньте в круг. Уже стою. Возьмитесь за поручни. Где? Закройте глаза. Дышите глубоко. Не подглядывайте. Переброска завершена. Счастливого пути. Thank you.
закончишь уборку, не забудь обесточить центральный пульт. Сделаем. Ты чем-то недоволен, Вертер? Так просто. А вы где будете? На космодром поедете? А почему это тебя интересует? Так просто. Вдруг кто звонить будет? Сегодня выходной. Ну вот, наконец-то все закончится. И я смогу спокойно поиграть в шахматы. Вообще пора на пенсию. Напишу сегодня заявление Литваку. И пусть отправляет меня на отдых. Нет моих больше сил так работать. Сергеевич. Привет, Вертер. Где это вас носило? Спасал от огня Александрийскую библиотеку. Вот это неизвестная трагедия Эсхила. А вот это автограф самого Аристофана. Поздравляю вас. Спасибо, Вертер. Спасибо. А теперь я в душ. И спать. Минуточку, Иван Сергеевич. Что такое? Пока не произведем опись всех документов, о душе и речи быть не может. Ну и бюрократ же ты, Вертер. Я целый месяц провел в боях и походах. Я тонул на Средиземном море. Я умирал от жажды в песках Египта. Я трудился как вол на пожаре в Александрии и ни разу, Вертер, повторяю, ни разу, как следует, не умылся. Но если мы допустим беспорядок в документации, потомки нам этого не простят. Ваш инвентарный номер. Семь, семь, семь. Три семерки. Трагедия Эсхила. А вы уверены, что это трагедия Эсхила? Да, уверен. Там написано. Не по-русски. Ну, разумеется, Вертер, Эсхил не мог писать трагедий по-русски. Очень жаль, что мне приходится верить вам на слово. Вот недавно Иванов А.В. привез гадину из мезозойской эры
И мы записали, что это птеродактиль. А вышло, что это был птерозавр. Пришлось переписывать целую страницу. Это ужасно, Вертер, ужасно.